Уважаемые коллеги, прежде чем мы начнем, небольшое объявление. Те, кто вчера не получил сертификаты ЭПСКО, пожалуйста, вы их можете получить сегодня. Там еще не взятые остались. Вот, просили организаторы сделать такое объявление. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня у нас часть нашего заседания, посвященная стандартизации. Мы сегодня будем говорить о стандартах СИБИДовских, то есть о наших стандартах в том числе. Вот, будем говорить о новых стандартах, то есть те стандарты, которые разработаны в последние полтора-два года. Вот, и немножко будем говорить о перспективах стандартизации. Ну и первый доклад мой, Козлова Елена Игоревна, «Современный этап стандартизации в библиотечном деле». Ну, последние 5-6 лет характерны тем, что происходит активное обновление стандартов. То есть в какой-то момент, а именно с конца 90-х, начала 2000-х годов, стандартам придавалось не очень большое значение. Ну, отчасти это связано с законодательными инициативами, когда стандарт был признан рекомендательным документом и как бы вот по
предыдущим годам стандарт был обязательным документом, его соблюдение было обязательным, и когда вдруг говорят, что это можно не делать, это не обязательно, ну, соответственно, вот возникает такое настроение, что можно что-то не делать. Но с начала 2000-х годов вот можно проследить вот такую динамику развития стандартизации. В 2002 году был как раз принят закон о техническом регулировании, в котором стандарты были объявлены добровольного применения, и это было принято буквально, несмотря на то, что продолжали пользоваться стандартами, но вот как-то это очень хорошо запомнилось. А в 2003 году начали разрабатываться российские стандарты, то есть до этого были межгосударственные стандарты, но это еще шло из Советского Союза, потом количество стран, которые принимали в межгосударственной стандартизации, уменьшилось, но тем не менее вот до 2003 года стандарты были межгосударственными, с 2003 года их никто не отменял, то есть стандарты могут быть как межгосударственными, так и национальными, но с 2003 года началось активное внедрение российских стандартов, отличие ГОСТ-7 и ГОСТ-Р-7. Вот в маркировке вот такое различие. А в 2013 году, ну это примерно вот такая вот дата, начали активно изменяться международные стандарты ISO. То есть появились первые такие вот значимые стандарты, то есть мы датируем, вот как бы хронологию я взяла со стандарта по статистике, в котором уже стали активно появляться электронные объекты. А в 2014 году, можно сказать, с этого момента начали активно разрабатываться российские стандарты, которые тоже уже включали в себя новые объекты и технологии, то есть тоже датировка идет с 2014 года, это стандарт по статистике был принят, первый вот из таких стандартов. И в 2015 году на основе закона о техническом регулировании был принят закон о стандартизации в Российской Федерации, который отчасти внес ясность в использование стандартов. Были сделаны в этом законе кое-какие уточнения, и сейчас мы живем в рамках закона о стандартизации. В библиотечной деятельности мы активно пользуемся стандартами, хотим мы этого или нет, какого бы уровня документов мы их не считали. Ну, прежде всего, когда мы говорим о пользовании стандартами, мы говорим о разработке нормативной и методической документации. То есть, когда мы говорим о каких-то документах, которые мы разрабатываем, скажем, для библиотеки. Это могут быть и уставные документы, это могут быть и какие-то методические документы, инструктивные. Мы все равно берем ту терминологию, которая все-таки устанавливается стандартами. И когда этих терминов в стандартах нету, то, в общем, всегда возникает разночтение. То есть каждый придумывает какой-то свой термин, и, конечно, это вносит всегда некую смуту в понимание друг друга. Ну, второе направление – это подготовка информационных продуктов, то есть это библиографические записи в первую очередь различного уровня, и это создание собственных информационных продуктов. То есть на сегодняшний день активно развиваются и электронные библиотеки, и создаются электронные издания. И все-таки, чтобы создать какой-то вот такой продукт, ну, нужна некая общая основа, которая на сегодняшний день уже есть в стандартах. И регламентирование технологических процессов. То есть технологии меняются. Ну, могу сразу сказать, что на сегодняшний день еще это не очень описано в стандартах, но вот такая работа ведется. То есть это технология работы с формированием электронной части фонда, это и библиографическое описание электронных объектов, это и ссылки на электронные объекты. То есть это все вот то, что необходимо в повседневной работе. Когда мы говорим о разработке стандартов, существуют правила. Поэтому, когда у нас есть стандарт, появляется какой-то стандарт, то не всегда вот так вот выглядит, как там казалось бы разумным, и не всегда так, как хочется, потому что есть некие ограничивающие рамки, без которых стандарт просто не будет нашим Росстандартом утвержден. Значит, в основе стандартов лежат международные стандарты, потому что наше направление стандартизации – это технический комитет международного ИСОшного комитета. А второе – это национальные нормативно-правовые документы, то есть наши стандартизированные понятия, технологии не могут выходить за рамки того, что предписано нашим законодательством.
Ну, дальше это действующие стандарты СИБИТ. Значит, здесь единственное, мы делаем оговорку, у нас на сегодняшний день реально много стандартов, которые устарели, поэтому все учитывать нельзя, мы стараемся все-таки как-то сделать так, чтобы учитывались те стандарты, которые разработаны в последние 5 лет. И когда не хватает материалов стандартизированных, нужно их менять, то мы пользуемся научно-исследовательскими материалами, российским, зарубежным практическим опытом, как, например, было в стандарте по электронным библиотекам. Значит, ну вот первый стандарт международный, на который я хотела бы обратить ваше внимание, в смысле первый, вот сначала хотела бы обратить внимание на вот этот базовый стандарт, который был принят в 2017 году. Он содержит, если точно говорить, 2021 термин. Термин из архивного, музейного, библиотечного дела, более-менее согласованы вот здесь вот позиции разработчиков стандарта и сообществ. Вот, включает достаточно большое количество разделов, а именно 13 разделов включает в себя разных направлений, и он очень хорошо вот, гармонизирован с другими международными стандартами, в частности, вот стандарт по индикаторам деятельности библиотек и по статистике. Ну, кроме того, чтобы вот не быть голословной об этапе развития международной стандартизации, вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, выделены красным цветом года, когда вот приняты стандарты, и посмотрите, пожалуйста, здесь не все международные стандарты вот 46-го технического комитета, здесь я просто выбрала вот те, которые ближе к базовой библиотечной деятельности. То есть есть еще стандарты, группа там, 4 части, по-моему, по радиочастотным меткам стандарты. И вот сейчас стандарт показателей деятельности национальных библиотек только-только принят. То есть большое количество международных стандартов. И что характерно для всех стандартов, повторяюсь, внесение электронных объектов и технологий. И теперь о нашей стандартизации СИБИТ. Значит, здесь два слайда. Это первый слайд, на котором указаны стандарты, вот начиная с 2014 года. То есть в 2014 году был принят стандарт по статистике, хотя, в общем, сейчас уже речь идет о том, чтобы его обновить. В 2015 году был принят первый уже вот этого периода терминологический стандарт комплектования библиотеки документами и два технологических стандарта по электронным документам и по библиотечному фонду, но вот тот стандарт технологический по библиотечному фонду, он еще не рассматривал формирование фонда теми ресурсами, на которые мы приобретаем права доступа. То есть там еще идет, рассматривается фонд владения. То есть, в 2016 году был принят стандарт по электронным библиотекам и разработан он впервые. Причем разработан он впервые не только в нашем поле нормативном, но и в международном, потому что вот в международной деятельности стандарта по электронным библиотекам именно вот, библиотечное дело и информатика нету. То есть есть что-то подобное, но чисто технические стандарты в нашем направлении это впервые. И обратите, пожалуйста, внимание, внизу написан красным цветом адрес. Вот если вы собираетесь пользоваться стандартом, если вы находите стандарт в сети интернет, а это легко сделать, в удобном вам формате. Понятно, что стандарты либо в распознанном PDF, либо в доке, они удобнее, чем там, когда это идет имидж. Но вот не поленитесь, вот по этому адресу войдите, найдите тот стандарт, который вам нужен, то есть просто в поисковике можно набрать номер стандарта, но обязательно наберите вот первое магическое слово «Protect». Это каталог Росстандарта, и там висят эталонные стандарты. Просто сверьте, вот тот стандарт или нет. Потому что на сегодняшний день в сети гуляет очень много незавершенных версий стандарта. То есть, скажем, вот вывесили первую редакцию, кто-то ее скачал, разместил на своем сайте, и дальше начинает гулять вот неисправленная версия стандарта. Вот, пожалуйста, себе вот этот адрес запомните, и если работаете со стандартом, смотрите. И в 2017 году по нашему непосредственно направлению не было утверждено ни одного стандарта, потому что они разрабатывались. И в 2018 году было утверждено, вот вы видите здесь много стандартов, это и книжные памятники, это стандартный идентификатор библиотек. Был утвержден, обратите внимание, стандарт на реферат и аннотацию. Ну, не совсем наш подкомитет «Библиотечное дело», но, тем не менее, работает на всех. И там есть слова про аннотации для электронных ресурсов, для электронных объектов. Поэтому вот в работе учтите, что вот тот стандарт 7.9, он заменен.
Был разработан стандарт про библиографическую запись, но это такой базовый стандарт, то есть ему сегодня будет отдельно посвящено время. И, значит, стандарт по профилю комплектования, он технологический, и 104-й по услугам тоже технологический, и терминологический стандарт по библиотечному обслуживанию, тоже в нашем нормативном поле он разработан впервые, это раздел вот этого общего стандарта 5127, про который я вам говорила. Значит, при разработке вот наших стандартов в целом, то есть я не буду подробно останавливаться на последних стандартах, потому что им будут посвящены отдельные обзоры, в целом, значит, расширяется терминосистема. То есть, когда мы используем какие-то термины, будь то информационные ресурсы, будь то сетевые ресурсы, все-таки желательно смотреть на стандартизированные определения. Вообще, как вот этот термин на сегодняшний день вводится и каково у него определение. Потому что у нас много, опять же, вот, пришло из англоязычной литературы, людей переводило много, и каждый переводил так, как он считает нужным. Ну, пример яркий тому collection development. То есть вот последний словарь, по-моему, 2018 года архивный, который я видела, collection development, по-прежнему переводится как развитие коллекции, хотя, в общем, мы уже давно договорились, что это формирование фонда. Поэтому вот то, что можно в нашем направлении, все-таки мы стараемся стандартизировать, и сейчас будут обсуждаться новые стандарты, вот новый будет стандарт обсуждаться библиотечная информационная деятельность по библиографированию, пожалуйста, смотрите на нашем сайте, я сейчас покажу адрес сайта, и принимайте участие в обсуждении. Значит, второе – это уточнение определений. То есть если определение приходит из старого стандарта, все-таки его уточняют, как, например, комплектование было уточнено. Упорядоченные терминосистемы понятий, то есть, скажем, вот сетевые ресурсы локального доступа, сетевые ресурсы удаленного доступа, то есть создается вот некое такое гнездо понятий. Описание технологий по направлению деятельности, значит, организационно-управленческая документация и применение стандартов в практической деятельности. Вот, опять же, применение стандартов в практической деятельности. Вот посмотрите, пожалуйста, стандарт 7.0.94, это как пример, дается там описание объектов, и, значит, в федеральном законе 44-м о контрактной системе закупок указано, что заказчики должны при описании объекта закупки использовать документы национальной системы стандартизации. То есть как только мы говорим о закупке объектов для комплектования фондов, значит, стандарт 7.0.94 нам в помощь. Это вот использование стандартов в практической деятельности. По терминологическим стандартам можно сказать следующее. У нас на сегодняшний день в системе CBIT действует 11 терминологических стандартов. Это много. Но вот посмотрите, пожалуйста, красным цветом выделены стандарты, которые на сегодняшний день находятся в разработке, в обновлении. То есть это стандарт 7.0.99, наш основной стандарт, который устарел уже с 98 года, можно сказать, безнадежно. Это стандарт 7.60 2003 года, тоже, который существенно обновляется, и в том числе вот, про электронные издания, про электронные объекты там речь идет. Стандарт 7.76 дообновляется, потому что часть, которая касалась комплектования, она уже обновлена вот в стандарте 7.0.94, остальные части обновляются сейчас. И вот действующие терминологические стандарты, которые на сегодняшний день пока не обновляются, то есть пока мы пользуемся вот этой группой стандартов. Это вот новый стандарт библиотечно-информационное обслуживание, это комплектование, это дело производства и это издание «Основные элементы». То есть эти стандарты пока не заявлены к переработке, вот, то есть мы пользуемся этими стандартами, хотя можно сказать, что как только стандарт принят, возникают еще какие-то вопросы, что надо было бы это включить, а надо было бы это включить. Отрасль развивается очень динамично, очень быстро, естественно, что постоянно приходится догонять, а стандарт все-таки он, фиксирует некое состояние. При отборе терминологических единиц, значит, используются определенные критерии, это рекомендации по стандартизации, значит, это соответствие терминов значению, то есть это обновление терминологии, это деривационная способность, то есть возможность развивать эти термины, это внедренность термина, то есть если, вот, скажем, у нас термин есть там, удаленный доступ, он уже принят. Он принят у нас, он принят, как бы вошел уже так хорошо в отрасль. Он принят у
смежных отраслей именно в информационных технологиях. И, конечно, вот дискуссии, когда говорят, давайте изменим, давайте будем говорить, там, скажем, отдаленные ресурсы или что-то еще, ну, это достаточно сложно сделать, потому что, ну, действительно уже есть некая степень уровня внедренности термина. Ну и, естественно, что при возможности и стараемся все-таки использовать термины русского языка. Значит, существует целая группа технологических стандартов, которые тоже мы активно используем в своей деятельности. Стандарты тоже здесь вот показаны с 2004 года, то есть при разработке технологических, методических различных инструкций, естественно, желательно пользоваться вот теми технологиями, которые разработаны в стандартах. И теперь несколько слов о перспективах стандартизации. Стандарты разрабатываются на основе плана национальной стандартизации. Обычно план этот работает 2 года. То есть если вот здесь вот говорится, что план 2018 года, это означает, что сейчас идет обсуждение первых редакций вот этих стандартов, которые были заявлены в плане на 2018 год, и утверждение их ожидается в 2019 году. Вот посмотрите, пожалуйста, мы ожидаем в 2019 году пересмотр стандарта по выходным сведениям, который нас касается в той части, когда мы создаем свои информационные продукты, то есть библиотеки создают свои издания. Это очень важный для нас стандарт, хотя он идет по подкомитету издательское дело, очень важен для нас стандарт 760. Издание «Основные виды». И вот сейчас уже готов к выходу стандарт издания «Информационные издания, структура и оформление». Это тоже пересмотр стандарта 1996 года, тоже элементы обновления. И на сегодняшний день действует план национальной стандартизации 2019 года. То есть это означает, что стандарты будут утверждены в 2020 году. Значит, соответственно, вот в этом году будет к концу года выставлена на сайт организации, которые занимаются разработкой стандарта, и будет рассылка по организациям первых редакций вот этих вот заявленных стандартов. Значит, это стандарт номер государственной регистрации обязательных экземпляров. Ну, в общем, на этот стандарт уже сейчас есть первая редакция. Вот. И 2 стандарта, которые вот в терминологическом ряду я вам показывала, это библиотечно-информационная деятельность и это терминологический стандарт библиографирования, значит, 776. Версии стандартов, то есть, вернее, первые редакции стандартов будут выставлены на сайте Российской государственной библиотеки. Мы приглашаем всех к обсуждению стандартов. Чем больше мы получим замечаний, комментариев от вас, чем активнее вы примете участие в обсуждении стандартов, тем, мы надеемся, лучше будет качество этого стандарта, и он удобнее будет для использования. То есть чтобы все-таки стандарт был не для галочки, у нас такой есть, а чтобы действительно можно было пользоваться как рабочим инструментом. Вот. Ну вот несколько слов о стандарте библиотечной информационной деятельности. Значит, планируется обновить терминологию и определение в соответствии с современным состоянием отрасли и гармонизировать с нормативно-правовыми актами, которые у нас сейчас действуют в нашей отрасли, и теми стандартами СИБИТ, где уже прошло обновление. То есть, например, в стандарте вот комплектования библиотеки документами есть один раздел «Объекты комплектования». Ну, на самом деле это не объекты комплектования, это объекты библиотечной информационной деятельности, а именно электронные ресурсы, цифровые ресурсы и так далее. То есть, ну, например, вот этот раздел мы все-таки хотим перенести в общий стандарт. На сегодняшний день вот существует такое издание, где выверенные версии стандартов есть, и такая основная документация по стандартизации, издание 2018 года, то есть год назад было издано в издательстве «Пашков дом». И вот здесь вот обратите, пожалуйста, внимание, вот такой вот есть сайт, это раздел сайта Российской государственной библиотеки, который постоянно обновляется, там есть ссылки на актуальные версии стандартов, там есть необходимая тоже документация, ссылки на необходимую документацию по стандартизации, там есть информация о тех мероприятиях, которые проходят в области стандартизации вот нашего направления именно библиотечного дела, там вывешиваются те версии первой редакции стандартов и там окончательной редакции, которыми занимаются вот в нашем направлении. И, кроме того, мы даем ссылки на те проекты стандартов, которые находятся в обсуждении, которые находятся, ну, в смежных с нами областях. Вот, например, там есть ссылки на те стандарты, которые сейчас обсуждаются в рамках
разработок Российской книжной палаты. Если вы примете участие в обсуждении, я думаю, что разработчики тоже будут вам благодарны. Ну вот все, что я хотела сказать о состоянии стандартизации. Дальше уже будет обсуждение конкретных стандартов. Спасибо. Стандарт на выходные сведения 7.04, стандарт на издание «Основные виды» 7.060 и номер государственной регистрации обязательных экземпляров, он пока без номера этот стандарт. Все эти стандарты должны быть утверждены в конце 2018 года и вводятся в действие спустя полгода, то есть 2019 года, и вводятся в действие с 1 июля 2020 года. И все эти версии выставлены на сайте Российской книжной палаты. Я также присоединяюсь к призыву принимать активное участие в обсуждении этих стандартов. Это базовые стандарты системы СИБИТ. Спасибо. Приглашаем докладчика Александра Александровича Джига с докладом ГОСТ 70102 и профиль комплектования Фонда научной библиотеки. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Ну, слава богу, мы не первый раз с вами встречаемся, и я хотел бы только перед началом отметить следующую вещь, потому что когда здесь заходил разговор о стандартизации, как того не сегодня, а в течение всей прошедших дней. Вопрос, а что стандартом? Ну хорошо, но он факультативный, хотим исполняем, хотим не исполняем. В соответствии с законом о техническом регулировании, действительно, это факт такой, что наша область, она носит чисто факультативный характер, я имею в виду стандартизация в нашей области. Но существует еще очень хитрый закон о стандартизации. И там, если мне память не изменяет, по-моему, пункт 25 говорит о том, что да, применение стандартов является факультативным, необязательным. Но если вы пожелаете использовать тот или иной стандарт и об этом заявляете публично, а именно если вы выпускаете какую-то библиографическую информацию в виде указателей там, или электронных каких-то ресурсов и так далее, то используете, допустим, стандартное описание, то он автоматом превращается из статуса факультативного в статус обязательного. Поэтому при использовании стандарта имейте это в виду, что фактически те стандарты, которые мы широко применяем в своей практике, они являются обязательными. Если подходить строго к той статье закона о стандартизации, которая на сегодняшний день существует. Александр Александрович, извините, здесь можно еще одно небольшое дополнение сделать. В этой же статье указано, что если стандарт упоминается в нормативно-правовом акте, а именно это стандарт конкретно инвалидов по зрению, то он тоже, организация рабочих мест инвалидов по зрению, он тоже становится обязательным. И если организация разрабатывает свой стандарт на основе базовых, он тоже становится обязательным. Ну, это в дополнение еще вот Ирина говорила о 44-м законе и о вопросе о комплектовании фондов, о закупке. И где в законе в самом сказано, что используется национальный стандарт. То есть они автоматом делают тоже обязательными. Это вот как бы в дополнение этой же мысли. Итак, но я хочу остановиться на стандарте 70102 2018 года, профиль комплектования фондов научных библиотек. Когда мы стали его разрабатывать, была буря, не то что негодование, а недопонимание, а зачем разрабатывать такой стандарт и кому он будет нужен. Но сама жизнь показала диаметрально противоположную позицию. Как только стандарт был принят и пришел на помощь библиотекам, именно научным библиотекам. Я имею в виду, вы прекрасно знаете, что трагедия, которая совершенно была, случилась в фундаментальной библиотеке «Инион РАН», когда сгорело почти 6 миллионов единиц хранения, пропало безвозмездно. Но не в этом дело. Важно то, что организацию все время трясет, ее все время проверяют и хотят выяснить ту или иную позицию. И только наличие этого стандарта
спасло в ряде случаев положение о дальнейшем существовании не только судьбы самой библиотеки, но и отдельных каких-то положений, которые связаны с ее деятельностью. То есть я хочу сказать, не все так просто в нашей жизни, и поэтому иногда, когда начинают говорить, что это нецелесообразно, это не нужно, в общем, оказывается, это не совсем так. Ну ладно, перейдем. Объектом стандартизации выступают в данном документе выступают документы, регулирующие объем содержания, принципы формирования фондов научных библиотек, информационных центров. Поэтому задача, которую поставили перед собой непосредственно разработчики этого стандарта, это установление общего подхода к профилю комплектования, как бы тематика тематическому плану. Это довольно сложное понятие, и оно, в общем, с терминологической точки зрения не совсем уживается. Но это уже другое дело. Что есть, то есть. И включая его и структуру, и технологические какие-то, мы их назвали индикаторами комплектования. Вот. Следует отметить, что проект, что сам стандарт учитывает многообразие видов и статусов научных библиотек и информационных центров, специфику их библиотечных фондов, вытекающие из особенностей научно-исследовательской деятельности и развития современных каналов научных коммуникаций. В основу текста положены требования действующих нормативных и правовых документов, именно нормативных и правовых, они различаются статусно, а главное – научно-исследовательские разработки, которые были проведены в 16-17 годах в фундаментальной библиотеке Института информации по общественным наукам РАН, библиотеке по естественным наукам, вот здесь господа Кочкова присутствует, который принял самое активное участие в разработке этого документа. Государственная публичная историческая библиотека была крайне заинтересована в разработке этого стандарта. И Центральная научно-сельскохозяйственная библиотека РАН. Это вот четыре организации, которые непосредственно приняли самые живейшие и самые плодотворные участие в разработке этого стандарта. Вы видите, он утвержден 14 апреля 2018 года, и вот, приказом за номер 61 Росстат. Так, что мы учли, это я уже говорил, и положено, какие требования на сегодняшний день, вы видите, и те, кто непосредственно принимал активнейшее участие в его разработке. Так, теперь я хотел бы в ходе дискуссии, когда мы разрабатывали этот стандарт, выяснилось, что название стандарта первоначально было такое: профиль комплектования фонда научных библиотек, структуры и критерии отбора документов. Но, следуя как бы логике всего отбора документов, мы считаем, что он был недостаточно удачным. И если целью данного стандарта является установление общих правил разработки профиля комплектования фондов научных библиотек, то и такие понятия, как структура, параметры поступления документов, соответственно, должны найти отражение в его названии. Так, из первоначального названия, вот заглавия этого стандарта, он утверждено было такое заглавие «Структуры, индикаторы поступления документов». Это как бы важная позиция, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, кстати, вот когда мы разрабатывали по услугам, то же самое меняли название, то есть без конца идет, ну, процесс идет такой, это страшно сложно изменить название стандарта, когда он прошел уже как бы во всех планах государственной стандартизации и требует достаточно дополнительных больших усилий, чтобы изменить его название. Итак, при обсуждении стандарта многократно прошло обсуждение, он на специальных семинарах и заседаниях рабочих групп по разработке, и в таких заседаниях прошло 18. Но наиболее значимые из них следует обозначить совместное заседание секции 12 по научной работе и секции 31, по формированию фонда это 12-я, а секция по научно-исследовательской работе это 31-я, секция это РБА, я имею в виду. Это совместное заседание прошло в Красноярске 6-го, даже у меня есть дата, мая 2017 года.
На нем вот вскрылись все те проблемы, связанные с профильным комплектованием. Это прежде всего нечеткость разграничения понятия профиля, тематика методического план комплектования. Это несоответствие терминов, приведенных в различных междугосударственных и национальных стандартах. Противоречие понятий, вид документа, названию, тематика, тематический план комплектования. Что мы имеем в виду под тематикой тематическим планом, а по существу мы виды комплектуем изданий или документов, как хотите. Здесь вот такие нестыковки имеют место быть. Отсутствие конкретных критериев отбора и неясность иерархии понятий политика комплектования, профиль комплектования и тематика тематическая план комплектования. Их вот соотношение, что зачем следует, хотя вроде бы терминологически эти вещи нашли отражение в соответствующих терминологических стандартах. Извините за тавтологию, но так оно как бы говорит. Так, какова специфика того документа, о котором мы говорили? Вот он, все эти ограничения экземплярности поступлений, параллельное существование библиотечных сетей. Вот это то, что специфика фонда научных библиотек, который на сегодняшний день имеет место быть. Так. Теперь непосредственно пойду по основным разделам этого стандарта. Ну, первый, конечно, как это раздел, на котором хотел это термины и определения. Ну, вы сами понимаете, поскольку это технологический стандарт, мы не могли повторять те термины, которые уже ранее были утверждены и ныне функционируют в области библиотечного и информационного дела или деятельности. Так, здесь, как правило, принимается следующее. В разделе приведены ссылки на те дефиниции, которые применяются в тексте стандарта и определения которых даны в соответствующих терминологических стандартах СИБИТ. Кроме того, вводятся и новые дефиниции, отсутствующие в действующих стандартах. Ну, прежде всего, это ведомственный депозит документа. Я не буду зачитывать, довольно все видно, и вы это знаете. Это первый термин. Второй – пакет электронных документов, который нигде не нашел свое отражение, но который действительно хорошо имеет, бытует в нашей деятельности. Технологические индикаторы. Что это такое для индикатора комплектования? Дальше – точка доступа к электронным ресурсам, которой нигде еще не было. И полнота комплектования. И самое интересное, что мы не могли прийти к... Ну, раз существует такое понятие, как типологический план комплектования, мы решили, и существует еще понятие тематический план комплектования. Мы решили это объединить и воспринимаем как одно целое, только разные названия, но суть по существу одна и та же. Поэтому мы дали вот такое определение, соответствующие ГОСТу такому-то, и дали примечание, что термин такой-то и такой-то рассматриваются как синонимы. Больше иного выхода просто мы не могли найти. Так, теперь, говоря о стандарте, следующий раздел, на котором я хотел бы обратить ваше внимание, это раздел общих положений. Но раздел отражает специфику, прежде всего, научных библиотек, объекты и источники комплектования. Специфика определяется примерно такими факторами, как целевое назначение. Это имеется в виду библиотечное информационное обеспечение научной деятельности. Дальше отраслевая специализация. Контингентом пользователей – это конкретные и динамичные информационные запросы, потребности, например, в зарубежных публикациях, использование разнообразных форм представления документов. Дальше поле. Документность фонда – это широкое представление электронных документов и использование дистанционного доступа к электронным ресурсам. Разнообразием источником комплектования – это имеется в виду прежде всего библиотечные сети, библиотечные системы, отдельные научные библиотеки, научно-образовательные библиотеки, библиотечный информационный центр совместно с отдельными научно-техническими и другие. К объемам комплектования для фондов научных библиотек относятся все виды документов любой периодичности, различной знаковой природы, и, естественно, формы представления носителя информации, отвечающими задачам непосредственно самой библиотеки или информационном
потребностям ее пользователей. Источниками комплектования фондов научных библиотек являются обязательный экземпляр документов, которые используются, покупка, в том числе в рамках грантов и из бюджета научно-исследовательских институтов. Дальше подписка на дистанционный доступ к инновационным электронным ресурсам, книгообмен, копирование, в том числе на машиночитаемые электронные носители, перевод в аудиочитаемый формат и на шрифт Брайля. Ведомственный депозит, пожертвования, дары и тестовый доступ. Это вот как раз здесь все оговорено и дано. Так, говоря об основных положениях профиля комплектования, необходимо отметить технологию самого процесса, который предполагает использование одного из трех видов. Это по организации процессов комплектования, то есть централизованные и децентрализованные, по методам отбора документов, отбор по формальным и содержательным критериям, отбор на основе экспертных заключений и по использованию комплексных технологий, то есть организации процессов комплектования и методов отбора самих документов. Вот говоря о формах говоря о профиле комплектования, составляет по форме соответствующей специфике деятельности научной библиотеки, составу ее фондов. То есть это универсальный, отраслевой, многодокументный, полидокументный и источником комплектования. При этом необходимо учитывать, что по функциональному назначению. Извините, я перескочил. Так. А что-то она назад у меня не крутится. А, средняя? Так, извините. Значит, так. По способу моделирования. А где моделирование-то у меня по функции? Ну, это об этом мы с вами, по-моему, говорили, извините. Вот. По способу моделирования фонда различается структурная модель, наиболее распространенная в научных библиотеках, в форме тематико-типологического плана комплектования, тематического плана комплектования. Дальше математическая модель, определяющая пропорции комплектуемых документов по различным параметрам. И библиографическая модель, чаще всего представляющая форму списка выписываемых периодических изданий и электронных ресурсов дистанционного доступа. В стандарте выбор модели профиля комплектования или их сочетания зависит от объема научных библиотек или информационного центра, их основных функций, оперативности системы тематики научного исследования, профиля научного или образовательной организации и сложности самой структуры фонда. Особо оговариваются сроки и правила формирования профиля. Профиль пересматривается в сроки и по правилам, отраженных непосредственно в ГОСТе R7093, а тематический план комплектования пересматривается и учитывается в сроки 3-5 лет. То есть та практика, которая на сегодняшний день была, она просто закреплена этим стандартом. И списки выписываемых периодических изданий и электронных ресурсов, которым библиотека получает право доступа, утверждаются, конечно, ежегодно. Так, теперь о структуре самого плана. Она имеет следующую характеристику. Тематика состоит как бы из двух частей. Блоков информации. Это методический блок и технологическая часть. Ну, я не буду повторять, вы здесь все видите, что она включает, и вам это хорошо и достаточно известно. Так. Самое интересное, что я считаю, мы нашли такой выход из положения, очень долго мы думали, индикаторы поступления документов, что они включают. И вот мы нашли, вычленили, прежде всего, первый индикатор. Это индикатор форм представления документа. Он подразделяет поступаемую литературу на печатный, машиночитаемый, электронный документ, что полностью соответствует показателям и единицам исчисления, принятым в библиотечной статистике. И к печатным документам, конечно, относятся, это общеизвестно, закрепленные на бумажном носителе документы.
Электронный документ является частным случаем машиночитаемых, поэтому, но с точки зрения комплектования индикаций имеет свои особенности, что делает необходимым выделять их в отдельную группу в рамках самого профиля. Для машиночитаемых документов допускается более глубокая детализация стандартом по материальной форме, которая определена в ГОСТе кода физических форм документов. Электронные документы имеют более глубокую идентификацию, которая учитывает их особенности. Основными выделяются и в самостоятельные группы. Это отдельные электронные данные, то есть на оптических дисках и других носителях. Электронные документы серверного хранения. И электронные документы по отношению к научной библиотеке носителям, то есть сетевые, не являющиеся в ее оперативном управлении. Это вот такую как бы градацию сделали для индикаторов фонда. Индикатор видов научной литературы, ну, я не знаю, это полностью соответствует стандарту и должно соответствовать терминологическому стандарту издания «Основные виды», термины определения. Поэтому, пересматриваем, мы, конечно, будем использовать это индикатор видового состава научной литературы. Индикатор источника комплектования – это параметр поступления литературы, наименование канала приобретения, то есть это обязательный экземпляр документов, покупка, подписка на дистанционный доступ и лицензионный к электронным лицензионным ресурсам, книгообмен, копирование, ну и так далее. Вы это прекрасно знаете. Индикатор экземпляризации является следующий показатель. Это количество единиц одного документа, поступающего в библиотечные фонды, и количество точек доступа, представляемых библиотекой для использования электронных документов, серверного хранения или размещение на внешних носителях. Вот здесь у нас проблема возникла об экземплярности, и она, в общем-то, до конца не решена. Вы сами прекрасно знаете, если научная библиотека ей рекомендует иметь один печатный экземпляр, допустим, крупная библиотека, она просто не в состоянии. Но она может иметь, конечно, но там очень ограничено количество. А как быть с научными библиотеками вузов, где для учебного процесса покупаются учебники, а библиотека считается научным? Вот как-то мы здесь пытались найти общий язык, и нам помогли специалисты из научной библиотеки МГУ и Санкт-Петербургского университета для решения этой проблемы. И, в общем, какое-то решение, оно, конечно, неоднозначное, в стандарте оно, в общем-то, имеет место быть, но, возможно, дальше жизнь покажет, она будет, эта точка зрения будет усовершенствована и доработана. Так, индикаторы полноты комплектования, ну, это характеризуется степенью полноты отражения фонда профиля профильного потока поступления. Максимально полный, по возможности полный, выборочный, строго выборочный, и степенью приоритетности приобретения документов. Обязательно по возможности или в редких случаях мы это покупаем. Географический индикатор – это полностью устанавливает буквенные и цифровые обозначения названий стран в кодированной форме, единый для различных систем обработки информации, ее хранения и обмена в научных библиотеках. И полностью соответствует требованию стандарта, я точно не помню его номер, но, по-моему, коды названия стран. Так, индикаторы языка – это тоже обозначение в соответствии с требованиями ГОСТа информационно-поисковые языки, термины определения. Ну и самое главное, как мы считаем, нашей находкой является то, что в качестве приложения к этому стандарту мы… Хорошо, это самое. Мы даем методические решения, представления в качестве приложения эти образцы различных планов комплектования. Вот. Видите, здесь вот такой вариант. Вот это все, как они сделаны, как они строятся, это все находит отражение. Ну и в заключение единственное могу сказать, что, в общем, введенный в действие стандарт уже доказал свою необходимость. Он способствовал, допустим, решению проблем для фундаментальной библиотеки, и не он уже ясно так подтверждено. И будет, я думаю, способствовать обеспечению более высокого уровня подготовки одного из важных нормативных документов научной библиотеки – это тематика тематического плана комплектования, созданию оптимального состава библиотечного фонда. Извините за внимание, задержал больше положенного. Извините. Спасибо.
Так, вопросы есть? Нет. Спасибо, Александр Александрович. Следующий обзор у нас будет посвящен тоже только что принятому, утвержденному стандарту, который еще не вступил в действие, а вступит в действие, по-моему, с 1 июля, да? Вступит в действие с 1 июля 2019 года. Это стандарт, терминологический стандарт по библиотечно-информационному обслуживанию. Масловская Надежда Сергеевна, сотрудник Российской государственной библиотеки, активный член рабочей группы по разработке стандарта. Сегодня крайне актуально создание национального библиотечного стандарта, отражающего основные термины и понятия библиотечно-информационного обслуживания. Особенно это касается вопросов терминологии, так как стандарт устанавливает современное представление о терминах библиотечно-информационного обслуживания как одного из важнейших видов библиотечно-информационной деятельности. Мы говорим сейчас о стандарте ГОСТ 7.0.103 «Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения». Разработку этого стандарта можно считать значительным действием не только для системы стандартов по информатизации библиотечному и издательскому делу, но и для всего профессионального сообщества. До начала разработки данного ГОСТа не было комплексного стандарта, однозначно и четко трактующего основные понятия и термины такого важного вида библиотечно-информационной деятельности, как библиотечно-информационное обслуживание. И следует отметить, что данный вид деятельности ранее никогда не стандартизировался в отдельных межгосударственных или национальных стандартах. Необходимость разработки, прежде всего, терминологического стандарта по библиотечно-информационному обслуживанию связана с неоднозначностью трактовки большинства терминов, используемых в современном библиотечном деле. Как правило, действующие в настоящее время стандарты разрабатывались в разное время экспертами из различных организаций и в итоге привело к различному толкованию одних и тех же понятий, терминов, объектов и об устаревании имеющихся ГОСТов уже было сказано Еленой Игоревной в первом ее докладе. Но я повторю о том, что при работе над стандартом, конечно, необходимо было использовать такие стандарты, как 7.73.96, это поиск и распространение информации, термины и определения, и ГОСТ 7.0.99, информационно-библиотечная деятельность, библиография. Вы понимаете, что это уже было создано 20 и более лет назад, и эти термины уже, термины, которые туда входят, и в соответствии с новыми реалиями, они, конечно, устарели и должны были быть рассмотрены и уточнены. Целью разработки ГОСТа являлось, во-первых, упорядочение терминосистемы библиотечно-информационного обслуживания, пересмотр и уточнение имеющихся терминов и отражение новых терминов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Основаниями для разработки данного ГОСТа послужили в первую очередь это закон о стандартизации в Российской Федерации и система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. При разработке стандарта потребовалась координация международных и национальных стандартов, так как необходимо учитывать тенденции развития международной стандартизации. Предлагаемый к изучению перечень стандартов должен был носить системный характер, а национальные стандарты соответствуют нормативным и правовым актам. Ну, вы видите на слайде, это перечень тех учтенных международных стандартов, которые были использованы при разработке ГОСТ 7.0.103. Это ISO «Основные понятия и словарь», Международная библиотечная статистика 2013 года и ISO «Показатели функционирования библиотек».
Разработка стандарта также велась и в соответствии с основополагающими стандартами группы национальных стандартов. Здесь это и библиотечная статистика 2014 года, комплектование библиотеки документами 2015 года, стандарт 2012 года услуги населению и уже упомянутые мной и устаревшие, ну, уже такие, да, требующие переработки, скажем так, ГОСТы, это 7.099 информационно-библиотечная деятельность, библиография, и 7.73.96 поиск и распространение информации. В разработке стандарта участвовали представители крупнейших библиотек. Основным разработчиком этого стандарта являлась Российская государственная библиотека. Были представители из Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки имени Ельцина, Государственной публичной библиотеки России. Библиотека была представлена сотрудниками библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, а также были привлечены преподаватели соответствующей дисциплины Санкт-Петербургского государственного института культуры. В процессе работы концепция стандарта и все промежуточные варианты проекта широко обсуждались экспертами и библиотечными специалистами. В результате отбора словника в стандарте составляет 110 терминов, к ним были даны определения вместе с синонимами, и, как требуют того нормы, естественно, в стандарте представлены эквиваленты терминов на английском языке. Структура стандарта относится к разряду терминологических, поэтому он структурирован с учетом важнейших составляющих библиотечно-информационного обслуживания как вида деятельности. Ну, основные два, вы понимаете, это область применения нормативной ссылки, это обязательные элементы в структуре стандарта. Главное основное наполнение – это в третьем разделе термины определения, который подразделяется на 6 подразделов, и это общие понятия, пользователи, виды библиотечно-информационного обслуживания, библиотечно-информационные услуги, организационная структура библиотечно-информационного обслуживания, условия библиотечно-информационного обслуживания. В качестве примера я вам предлагаю посмотреть определение понятия базового термина библиотечно-информационное обслуживание. Обратите внимание, здесь есть пометка НРК. Это указание на нерекомендуемые к применению термины-синонимы, которые приведены в круглых скобках после стандартизированного термина. Мы понимаем, да, вот работа с читателями – это уже достаточно устаревшее понятие. Однако они были наполнены… Термины синонимы без пометки НРК – это приведены в качестве справочных данных. Здесь в данном случае это библиотечное обслуживание после терминов и не являются стандартизированными. Заключенная в круглых скобках часть термина может быть опущена при использовании терминов в документах по стандартизации. Первоначально в структуру стандарта входили разделы, отражающие технологические процессы, однако они были наполнены содержанием, имеющим небольшую специфику, связанную с библиотечно-информационным обслуживанием. И в процессе работы были исключены и стандарты. Тем не менее, в базовые понятия вошли вот такие четыре термина, которые отражают особенности библиотечно-информационного обслуживания. Это библиотечно-информационного обслуживания, методы библиотечно-информационного обслуживания,
качество библиотечно-информационной услуги и эффективность библиотечно-информационной услуги. Извиняюсь за это самое некорректность написания здесь этих терминов, эти черточки. Целью разработки стандарта также был пересмотр и уточнение определений терминов. Вот здесь в данном случае я на слайде привела тот термин, который библиотечными работниками был неоднозначно воспринят. Это не этот конкретный термин, а термин «информационная культура». Велась очень большая дискуссия, была большая переписка, было большое количество отзывов от библиотек, которые активно участвовали в обсуждении наполнения этого стандарта. И в конечном итоге, по результату изучения предложений и замечаний наших сотрудников, наших коллег из различных библиотек, было решено, потому что вот дискуссия заключалась в том, что же все-таки это информационная культура или это информационная грамотность. В конечном итоге было принято решение, и в стандарт вошел термин «информационная грамотность», а «информационная культура» принята условным синонимом. Изначально разработчики стандарта ставили перед собой цель отразить и новые термины. Их не так много, но тем не менее они значимы. Вот здесь на слайде приведено небольшое количество тех новых терминов, которые использованы в стандарте. Я их вам назову. Это дистанционное обслуживание, виртуальный читальный зал, виртуальное посещение, виртуальная справка, виртуальное обслуживание. Обслуживание через сайт библиотеки, обслуживание через социальную сеть, электронные услуги, электронная доставка документов, электронные абонементы. Мы все понимаем, вот, перечислив эти термины, что все они имеют и теоретическое, и практическое значение. Ну, я так вам кратко рассказала об особенностях нового стандарта, который будет введен в действие с 1 июля 2019 года. А сейчас, опять же, кратко я вам повторю основные особенности стандарта. Это, во-первых, это первый самостоятельный документ, отражающий библиотечное информационное обслуживание как вид библиотечной информационной деятельности. Это словник стандарта содержит термины, определяющие библиотечное информационное обслуживание с теоретических и практических точек зрения. Введены новые термины, уточнены или изменены существующие определения терминов. Следует заметить, что в этом стандарте широко применяется использование синонимов. Это как бы не новое для стандартов, это обычная практика, но поскольку разработка это первого стандарта, и менялись, уточнялись многие термины, и принцип включения синонимов здесь широко применяется. И также включены термины, определяющие основные направления библиотечно-информационного обслуживания на технологическом уровне. Терминологический стандарт будет содействовать правильному обмену профессиональной лексикой между членами профессионального сообщества. Устанавливаемые им термины и определения, обозначающие базовые понятия библиотечно-информационного обслуживания, предназначены для применения работниками библиотечных учреждений и могут быть использованы сотрудником служб научно-технической информации. Спасибо за внимание. Так, вопросы, комментарии есть у кого-то? Кто-то хочет высказаться по поводу стандарта, который через несколько месяцев вступит в действие? Нет? Спасибо, Надежда Сергеевна.
Мы сейчас вот прослушали два обзора стандартов, которые вот только-только разработаны, и у них еще впереди большое будущее. Я хочу сказать, что с 2016 года мы ведем мониторинг электронных библиотек на сайтах Центральной библиотеки субъектов Российской Федерации. И очень хочется верить, что это и влияние стандарта, все-таки порядка вот по работе с электронными библиотеками стало чуть-чуть больше. И в плане разработки стандартов, вот тоже что хочется сказать, прокомментировать, вот когда смотришь какую-то работу, там, скажем, двух, там, трехлетней давности, обычно бывает две реакции. Боже мой, как такой ужас можно было написать, надо срочно все переработать, или ну надо же, как мы хорошо написали 2 года назад. Вот второе хуже. Лучше всего, конечно, когда это рабочий инструмент, который можно использовать там, в практической работе, но когда хочется что-то изменить, улучшить, это нормальная ситуация, потому что совершенству нет предела. И, конечно, когда у нас возникают какие-то документы, какие-то письма, какие-то ваши замечания по поводу стандартов, мы это стараемся как-то учитывать в последующей работе, то есть накапливать этот материал, чтобы потом по мере возможности, там, в соответствии с регламентом пересмотра стандарта, а это раз в 5 лет можно пересматривать стандарты, вот, внести изменения, обновить, улучшить, усовершенствовать, потому что, конечно, немножко система стандартизации вот в нашем направлении была так, ну, отпущена, скажем, сейчас значительные вот такие пробелы образовались, вот, ну, постараемся с этим справиться. Вот. И, значит, мы заканчиваем блок, который касается технологических, терминологических стандартов, и переходим к стандарту, который, вы знаете, мне кажется, никто вообще вот в библиотечном сообществе не рассматривает как факультативный. По-моему, даже в голову никому не приходило, вот, ну, на протяжении, в всяком случае, моей работы в библиотечном мире, ГОСТ 7.1, сейчас 7.0.100, рассматривает как факультативный. Значит, вот я передаю слово разработчикам стандарта ГОСТ 7.0.100, библиографическое описание. Спасибо, уважаемые коллеги. С докладом по этому блоку выступит Наталья Константиновна Леликова, заведующая отделом библиографии и краеведения, Российская национальная библиотека. Пожалуйста. Так, ну что ж, уважаемые коллеги, как говорится, наступает час Х. И с 1 июля 2019 года вводится в действие новый стандарт СИБИТ, системы стандартов по информации библиотечному издательскому делу, ГОСТ R7010-2018, библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. Последнее? Вот. Так, ну, очевидно, обычно введение таких ГОСТов вызывает некий ажиотаж в библиотечном мире, потому что понятно, что процесс библиографического описания является одним из основных во всех библиотеках, библиотеках всех видов и типов, и не только библиотек, но и все другие организации, которые занимаются библиографированием, должны использовать, соответственно, стандарты на библиографическое описание. А так как российские стандарты, регламентирующие нормы библиографического описания, распространяются и на библиографические списки, то многочисленные научные сотрудники также должны по этим правилам описывать свои публикации и диссертации. А между тем тенденция такова, что ГОСТы на библиографическое описание с каждым разом усложняются. Головная организация разработчик ГОСТа – это Российская книжная палата. И руководителем рабочей группы по разработке ГОСТа была начальник научно-исследовательского отдела разработки и эксплуатации банков данных Галина Петровна Калинина, которая у нас и присутствует в нашем зале. Кроме того, организациями-исполнителями являлись РНБ и РГБ. Но я должна сказать, что не только сотрудники отделов обработки каталогов нашей библиотеки Российской национальной принимали активное участие в разработке этого ГОСТа, но и библиографы Российской национальной библиотеки, сотрудники отдела библиографии, краеведения и информационно-библиографического отдела также приняли самое непосредственное участие в разработке ГОСТа. Кроме того,
Постоянные члены двух комитетов секции РБА библиографии информационно-библиографического обслуживания и краеведения в современных библиотеках также постоянно занимались разработкой определенных норм этого ГОСТа, предоставляя разработчикам свои замечания и предложения. ГОСТ 70100/2018 вводится впервые, что может вызвать у вас недоуменные вопросы. Почему? Дело в том, что он, почему он не введен взамен действующего ГОСТа 7.1.2003. Но дело в том, что у этих ГОСТов, как вы видите, разные статусы. ГОСТ 7.1.2003 – межгосударственный стандарт. Вот, и в свое время он был принят в целом ряде стран СНГ. Перечень перед вами. Поэтому, естественно, в России будет вместо него введен ГОСТ 7.0.100, а другие страны СНГ уже должны будут решать для себя эти вопросы. Либо они будут использовать ГОСТ 7.1.2003, ныне действующий, либо они разработают собственные ГОСТы на основе российского или международных правил библиографического описания. В то же время хочу заметить, что по-прежнему остаются действующими ГОСТ 7.80/2000 библиографическая запись заголовок, поскольку, как мы знаем, заголовок, в том числе и авторский заголовок, в состав библиографического описания не входит и регламентируется определенными правилами составления, несколько отличающимися от правил создания библиографического описания. И еще один ГОСТ остается действующим. Это ГОСТ на библиографическую ссылку. ГОСТ 7.0.100 разработан на основе ISBD, Международного стандартного библиографического описания, консолидированное издание, которое разработано Международной федерацией научных учреждений и ассоциаций и с 2011 года активно распространяется ИФЛА в разных странах мира. Цель ISBD – служить основным стандартом, обеспечивая универсальный библиографический учет, то есть формировать универсальный оперативный доступ в принятые на международном уровне формы к базовым библиографическим данным обо всех опубликованных ресурсах на всех, во всех странах. В ISBD говорится о том, что целью этого международного стандарта является обеспечение совместимости при совместном использовании библиографических данных. То есть в настоящее время уже делается акцент не на обмене библиографическими данными, как раньше, а на их совместном использовании. Термин sharing. ISBD был переведен на русский язык сотрудниками РГБ и издан в 2014 году. Обобщающее понятие, введенное в данном ГОСТе, так, вот перевод ISBD. Обобщающее понятие, использованное в данном ГОСТе, как мы видим, это понятие ресурс, которое заменяет общепринятое нами понятие документ. Надо сказать, что и в российском ГОСТе в качестве обобщающего также введено понятие ресурс. Определение ресурса в нашем отечественном ГОСТе. Ну, честно говоря, меня немножко напрягает, как мы будем описывать природные объекты. Но, тем не менее, видимо, разработчики ГОСТа все-таки считают, что такое определение имеет место. Для сравнения, определение понятия ресурс в ISBD, я его цитирую по переводу 2014 года, то есть объект материальный или нематериальный, обладающий интеллектуальным или художественным содержанием и задуманный, произведенный или выпущенный как единица, которая служит основой одного библиографического описания. Ресурсы включают тексты, ноты, неподвижные движущиеся изображения, изобразительные материалы, карты, звукозаписи, видеозаписи, электронные данные, документы и программы, включая те, которые изданы как сериальные. Чем ценно это определение? Здесь четко говорится о том, значит, какие виды что является объектом библиографического описания и, соответственно, правила описания каких объектов можно найти в ISBD. Надо сказать, что в 1970-е годы, когда ISBD только начали разрабатываться, они разрабатывались на отдельные виды ресурсов. Давайте уже будем использовать это обобщающее понятие.
Ну, например, для книжных изданий монографическое описание ISBDM, для сериальных изданий ISBDS, для старопечатных изданий ISBDA, Antiquarian и так далее. Наше издание ISBD, Consolidated Edition, то есть консолидированное издание, называется консолидированным, поскольку оно объединяет описание самых разных видов ресурсов. По такому же принципу создан и отечественный стандарт. В новом ГОСТе можно будет познакомиться вот, с описанием, определить описание следующих видов, как печатных изданий. Это книги, многотомные сериальные издания, неопубликованные документы, диссертации, авторефераты диссертаций, нотные, картографические, изоиздания, а также аудиовизуальные издания, видеоиздания, например, кинофильмы. В ГОСТе даже представлены правила описания глобусов и моделей, а также, конечно, электронных ресурсов локального доступа на твердых носителях и электронных ресурсов удаленного доступа, сетевого распространения. Создатели стандарта, правда, несколько опрометчиво написали. Национальный стандарт развивается на выходные формы библиографического описания традиционной и машиночитаемой каталогизации, которые создаются центрами государственной библиографии, библиотеками, органами информации, издателями и другими библиографирующими организациями и лицами. И ко мне уже подходили представители некоторых библиографических отделов с таким предложением. Раз это каталогизация, давайте мы не будем этот ГОСТ использовать. Нет, уважаемые коллеги, понятие каталогизации здесь употребляется в широком смысле как синоним понятия библиографирования. Поэтому от использования нового ГОСТа не будут избавлены сотрудники никаких отделов библиотеки. Вот. А так как в ГОСТе написано, что он не распространяется только на библиографические ссылки, значит, что и составление библиографических списков, так же, как и предыдущем ГОСТе, будет регламентироваться стандартами, правилами ГОСТа 7.0.100. Поэтому научных сотрудников им также не следует расслабляться. Ну, конечно, мне могут возразить, что по закону о техническом регулировании применение национальных стандартов, об этом здесь уже говорилось, является добровольным, и, возможно, какие-то библиотеки и отдельные лица не захотят использовать этот ГОСТ и будут руководствоваться какими-то старыми нормами описания. Но в то же время я считаю, что мы разрабатываем стандарты для того, чтобы упорядочить сферу нашей деятельности, а договариваясь об определенных правилах библиографического описания, зафиксированных в международных и отечественных стандартах, и используя эти правила, мы демонстрируем культуру библиографического труда. ГОСТ в настоящее время доступен на сайте Российской книжной палаты, текст ГОСТа и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Его можно изучать, но до 1 июля, я вам напоминаю, действующим остается ГОСТ 7.1.2003. О содержании нового ГОСТа и его новациях по сравнению с ныне действующим расскажет главный библиограф отдела обработки каталогов Российской национальной библиотеки Барсукова Виктория Валерьевна. Я передаю ей слово. Коллеги, я хотел бы прокомментировать, поскольку тема для всех актуальна и важная, вот этот блок про ГОСТ 7.0.100, он у нас сложно выстроен с точки зрения докладчиков. Тема одна, каждый разный аспект рассматривают разные докладчики. Пожалуйста, Виктория Валерьевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Продолжу разговор о новом стандарте библиографического описания. По возможности, раскрыв произошедшие в нем изменения, хотя, конечно, сделать это можно только очень кратко, в самом общем виде. Спасибо Наталье Константиновне, она рассказала, так сказать, сопутствующие и предшествующие обстоятельства. Коснусь немного конкретнее самого стандарта. Общая структура его осталась прежней, однако вот именно в содержании произошли различные изменения. Как то, например, в разделе «Термины и определения» в новом стандарте. Помимо ссылок на другие стандарты, содержится и ряд терминов с их определениями. Конечно, термины не совершенно новые для отечественной практики, мы широко их используем в литературе и общении. Уже тоже я слышала вопросы,
остановлюсь на истории возникновения, появления в стандарте термина «информационный ресурс», именно «информационный». На завершающем этапе подготовки стандарта разработчики получили экспертное заключение из Винити РАН, где и было рекомендовано сформулировать термин именно так, вслед за последним вариантом международного стандарта ISO 690, информация и документация, руководящие указания для библиографических ссылок и ссылок на информационные ресурсы. И таким образом разграничить информационный ресурс как объект библиографического описания и другие ресурсы, как то экономические, природные, человеческие, финансовые, энергетические и другие. Но далее в тексте стандарта термин используется только в краткой форме «ресурс». И ресурсы, являющиеся объектами описания, как уже сказала Наталья Константиновна, это широчайший, можно сказать, круг ресурсов, опубликованных и не опубликованных на любых физических носителях и в информационно-телекоммуникационных сетях, а также их составные части и группы. И надо сказать, что объем стандарта увеличился достаточно значительно за счет того, что внутри разделов в описаниях областей и элементов уделено больше, чем в действующем стандарте, места именно специфическим особенностям разных ресурсов. Увеличилось в объеме приложение, содержащее полные примеры записей, и, кроме того, введена новая область библиографического описания. Теперь их 9. Известные нам области изменили, некоторые из них изменили свои названия частично или полностью, как, например, область специфических сведений теперь называется специфическая область материала или вида ресурса, и новая область, область вида содержания и средства доступа. В отношении статуса элементов именно описания изменились тоже понятия. Статусов элементов обозначено в стандарте 3. Обязательные элементы обеспечивают идентификацию ресурса и приводятся в любом описании. Условно обязательные элементы трактуются как следующим образом: необходимые для идентификации ресурса, когда недостаточно обязательных элементов и когда приведение условно обязательных элементов продиктовано задачами конкретного информационного массива. То есть немного уточнены именно условия, причины использования определенных элементов. Если следовать определению консолидированного ИСБД, обязательные при наличии данных или обязательные, если применимы. И факультативные элементы обеспечивают дополнительные характеристики ресурса. Следовательно, и по полноте сведений описание можно тоже разделить на 3 вида. Краткое описание содержит только обязательные элементы. Расширенное описание содержит обязательные и условно обязательные элементы. И полное описание содержит все элементы и составляется, как указано в стандарте, для государственных библиографических указателей, каталогов.